Я хотел бы обратить внимание, что действительно такая норма существует, но при этом не все говорят об этом и опускают о том, что это возможно только в случае проведения комплексных кадастровых работ. Коротко, что такое комплексные кадастровые работы? Это кадастровые работы по определению местоположения земельных участков и объектов недвижимости, которые проводятся на территории одного или более кадастровых кварталов. Ну, то есть это массовое определение границ, уточнение границ. Целью этих кадастровых работ, комплексных кадастровых работ, является и уточнение границ земельных участков, и выявление мест общего пользования, дорог, скверов, парков и так далее, и так далее. То есть только при проведении комплексных кадастровых работ, если выявляется, что земельный участок больше на определенную величину, то есть, ну, не более минимально установленного размера, и границы его закреплены на местности либо природными, либо искусственными какими-то, значит, ограждениями более 15 лет, тогда возможно этот участок присоединить к себе без дополнительного выкупа, без дополнительных документов в результате проведения вот этих комплексных кадастровых работ.